знала все. От наклонувших эмоций Кэти Топурик. Ты забудешь обо мне. Готова была улететь. Может, только на. Но ее ждала жесткая посадка. Думаю, может, как это подстава будет какой-то артист, которого я ненавижу. Вячеслав Макаров знает толк в маскировке. Неистовый зверь, я твой повелитель, бояться. Сможет ли он вычислить, кто за стеной? Я вообще на самом деле был в предвкушении. Я даже не мог представить. Вернисажа как-то раз случайно встретила я вас. Таисия Повали заставила Николая Баскова волноваться. Был так прекрасен вернисаж, но взор еще прекрасней вас. Ревную? Вот не могу. Я вот с тебя глаз не сводила. Ты смотрела и думала, какая же красота поет в зеркало, да? Завораживающие дуэты. В это воскресенье в 18:00 на канале «Россия».